Вот уже 3 года подряд сотрудники УВД по Ленинскому району получают новые звания в стенах Георгиевского храма. Началась церемония с молитвы. Ее провел отец Дмитрий, который входит в общественный совет при управлении внутренних дел. Христос воскресит мертвых, смертью смерть поправ. Я от всей души вас всех поздравляю с получением ваших званий. Уверен, что следующее офицерское звание, которое по ступеньке, значит, будет у вас, вы с честью и достоинством до следующего звания дослужитесь. Успехов вам в служении на благо нашего любимого Ленинского района и нашего государства. Александр Пименов вместе с супругой пришел поддержать в этот торжественный день сына Никиту, которому присвоили звание лейтенанта полиции. Это хорошая традиция, потому что честь офицера, ее надо принести по жизни. Екатерине Ефимовой присвоено звание майор внутренней службы. Вручение погон в таком месте ко многому обязывает, говорит девушка. Для меня это очень большая ответственность, потому что звание это шло ко мне очень долго. Особенно то, что его вручали, именно погоны вручали в церкви, это, я считаю, обязывает ко многому и подстегивает. Я думаю, что, ну, как бы, должны все звания вручать в церкви. Я думаю, это благотворно должно сказаться на службе. Когда происходит вручение погон в храме, это какое-то дает особую торжественность случаю, потому что бывает, воинам нет возможности, не часто они могут зайти в храм. Вот. А эта традиция, вот она подхвачена командованием, мы довольно плотно взаимодействуем. Священнослужители совместно с сотрудниками управления внутренних дел проводят и другие мероприятия. Освещают здание УВД, благословляют сотрудников перед командировками. Ну а этот день навсегда останется в памяти каждого из тех, кто получил новые звания. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.